Я хочу напомнить одну историю, которая в Нью-Йорке была, когда приезжал Саша Мельник с фестивалем «Мигрантская карьера» в Нью-Йорке. Он пригласил многих, которые участвовали там. Я помогал им это организовывать, оно было в Манхэттене. И выступления проходили по списку по алфавиту, причем по русскому алфавиту. Ну и как это принято у поэтов, многие выступив, сваливали. Вот, так как этилизон по русскому алфавиту была в конце, то когда очередь дошла до меня, а передо мной еще был Цветков, буква «Ц» тоже в конце, да? Он первый заметил, что как-то вот народу уже ползало, да? Но когда я после Цветкова вышел, народу уже вообще не было. То есть это я попросил Сашу Мельника, если я сейчас устраивать выступление по английскому алфавиту, для буквы «И», хотя бы четвертое или пятое, это точно не помню, да? Вот немножко это напоминает, народ там уже на кухне, они уже выступались, им уже ничего не надо. Ну, каждый имеет право. Народ в кухне. Миша, ты резонно напомнил. У меня в книжке, у меня вот книжка, которая там лежит такая зелененькая, которую я выставила на продажу, она называется «Рассказики». В ней часть называется «Литературные байки». Это очень коротенькие рассказики, а есть совсем коротенькие, которые просто вот такие вот ситуации на несколько строк. И Миша недорассказал историю, а я как раз там тоже была. И действительно все выступали по алфавиту. И дошла очередь до Этельзона, и уже практически никого не осталось, кроме нас с Цветковым. И вышел Этельзон и сказал: ну что же это за безобразие, вот какие люди бессовестные. Они читают и уходят. А что же с нашей буквой «Э»? И Цветков с первого ряда сказал: в следующий раз записывайся на «А», Этельзон. Если вы хотите еще какие-нибудь узнать истории, то купите мою книжку.